Привет всем, направляюсь я к детскому дому и в этом видео уже буду дарить детям подарки. Итак, раскладываю я подарки по пакетам. Так, что там еще, мяч, да? Лера. Вот. Спасибо. И вот тебе машинка. Лариса. Так, вот тебе нетбук. Спасибо. И что там тебе еще? И наушники, все там тебе. Спасибо. Марина, вот. Держи. Все, что ты написала, все тебе. И вот набор врача. Итак, подарки мы раздали, теперь переходим к новостям. Какие же изменения произошли у брокера Alimtrade? На днях брокер ввел новую политику касательно продажи сделок. Раньше было как: чем меньше остается времени до конца сделки, тем за меньшую стоимость вы сможете продать саму сделку. Сейчас уже время вообще никакой роли не играет. Сейчас чем дальше идет цена в выбранную вами сторону, тем задороже вы сможете продать сделку. И наоборот, если цена идет в противоположную сторону, тем меньше будет сумма продажи. Вот такие вот изменения. Есть плюсы, есть и минусы. Итак, давайте рассмотрим это все на примере. Смотрите, вот сейчас я могу продать сделку за 1070, да? Вот сейчас за 1050, уже за 1030. То есть, чем выше цена идет в нужную нам сторону, тем задороже мы сможем продать сделку. И еще, когда остается 1/6 отрезка времени, функция становится неактивной, функция пропадает. Вот, сейчас видите, функция пропала. Итак, давайте разберем, какие есть плюсы, какие минусы. Итак, главный минус в том, что стратегия бинарный гамбит перестанет работать. Такая политика вот была на всех брокерах, только у брокера Alimtrade была отмена по времени. У всех была отмена по цене. Я когда вот это первый раз увидел у Олимпа, сразу же понял, думаю, блин, это же реально можно зарабатывать вот на бинарном гамбите, заключать одну вверх, одну вниз, потом продавать быстро и получать прибыль. Теперь эта функция станет недоступной. Все, кто раньше зарабатывал, вот молодцы, теперь уже так зарабатывать нельзя. Только у брокера Олимп вот свои какие-то фишки, потому что только у Олимпа вы можете выводить деньги, когда вы взяли бонус. Ни на одном брокере, еще раз повторяю, ни на одном брокере, где бы я ни был, такой штуки нет. Когда вы берете бонус, на всех брокерах вам говорят, вам нужен оборот. На Олимпе нет, вы сразу же сможете вывести свои вложенные деньги. Конечно же, когда вы торгуете по бинарному гамбиту, да, по нонфарму, например, там есть коррекции, то есть цена может резко взлететь в одну сторону и потом резко опуститься. То есть, когда вы будете заключать, например, при этой ситуации, цена резко взлетает в одну сторону, вы продаете за прибыль, потом падает, и вы там продаете за прибыль. Но это очень рискованно, да? Вот, когда вы заключали вверх и вниз, и когда была отмена по времени, тогда рисков не было. Тогда 100% вы были в плюсе. Сейчас уже такой возможности нет. Кто успел, тот заработал. Так же, как я. Успел заработать на бонусах. Раньше, как я заработал на бонусах, может кто-то не знает, посмотрите мое видео, как я зарабатывал на бонусах у Олимпа. Раньше, когда вы берете бонус, можно было ставить всей сделкой. То есть я беру бонус на 5000, мне дают еще 5000, у меня 10. Я ставлю сразу же 10 тысяч на одну сделку. Получаю 18 тысяч. Когда вывожу деньги, 5 тысяч у меня отнимают и остается 13 тысяч чистой прибыли. То есть я с 5 тысяч делал 8. С 5 одной сделкой делал 8. И так вот я зарабатывал. Сейчас уже эта функция недоступна. Итак, а какие же плюсы? Ну, плюсов, я думаю, здесь мало, потому что вот если цена
пошла в нужную вам сторону, очень-очень далеко, зачем вам тогда вот продавать сделку? Но здесь можно Олимп подлавливать на секундном скальпинге. Когда идет жесткие вот такие вот перепады, да, цена то резко в одну стреляет в сторону, то резко в другую. И закрытие идет непонятное, да, то плюс, то минус, то плюс, то минус. Вот здесь можно и ловить этот Олимп трейд. Вы заключаете сделку, цена резко выстрелила, вы быстро продаете. Опять заключаете, она выстреливает, вы быстро продаете на секундном скальпинге, когда вот очень-очень идут резкие перепады. Вот здесь я вот это буду тестировать, буду пробовать. Вот здесь реально можно будет заработать абсолютно тоже без риска, да. Вот такие вот изменения. Пишите в комментариях, как вам такие изменения. Напоминаю еще раз, что такая политика была на всех брокерах. Только у Олимпа была отмена по времени. Вот Олимп вообще идет по другому пути. И в этом, кстати, есть какая-то своя фишка. Так что подписывайтесь на канал. Вот сейчас вот зайдите и подпишитесь. Вам это ничего не стоит. А для меня это огромная мотивация выпускать для вас новые видео. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно, обязательно, обязательно лайкайте это видео. Всем спасибо за поддержку. Всем удачной торговли. Всем пока.